Глава Калмыкии Батухасиков совместно с правительством республики посетил научно-производственный центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных и организации проведения оценки производителей Калмыцкого государственного университета имени Городовикова. В мае прошлого года между Министерством сельского хозяйства и ВУЗом заключено соглашение о предоставлении из резбюджета грантов. Они направлены на осуществление мероприятий в рамках проекта «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства», а также проекта по регулированию рынков сельскохозяйственных продукции, сырья и продовольствия региона. Батухасиков отметил значимость развития этого направления. Сельское хозяйство имеет особое значение для экономики республики. Для перехода к интенсивным формам ведения хозяйства особую роль играет использование передовых технологий. В ходе встречи глава региона обсудил с представителями научного сообщества и практикующими специалистами дальнейшие задачи по развитию племенного животноводства. Он подчеркнул важность вывода производства на федеральный уровень. Кроме того, он сообщил, что в планах создать в Калмыкии точки роста федерального значения и вывести бренд «Калмыцкое мясо» на новый уровень. И, как стало известно, в рамках программы «Приоритет-2030» КалмГУ получил дополнительное финансирование на развитие племенного животноводства в рамках реализации проектов по развитию агропромышленного комплекса.